Тысячи открыток с теплыми словами и пожеланиями со всей России 6 марта в свое 80-летие получит первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Такую возможность лично поздравить героя Советского Союза жителям страны подарила партия «Единая Россия», проведя акцию «Эй, небо, сними шляпу». Участие в акции приняли и жители нашего округа. Каждый субъект нашей страны, партии «Единая Россия» были направлены специальные открытки с надписью «Эй, небо, сними шляпу», где можно было вписать личное обращение к первой в мире женщине-космонавту. В наш округ доставили 100 таких бланков. Как оказалось, желающих поздравить было намного больше. Действительно, очень много было желающих. И вот акция у нас вот сконцентрирована буквально в несколько дней. У нас закончились поздравительные открытки. Вот, до сих пор люди интересуются и готовы поздравить. Поздравления юбиляру уже написали учащиеся школы номер 4, полярные летчики Наринмарского авиаотряда, окружные депутаты, ненецкие спасатели и другие жители региона. Вы знаете, я вспомнила, что в 1963 году, когда Валентина Терешкова полетела в космос, я училась во втором классе. Это было лето, были каникулы, и мы, девчонки, играли в Валентину Терешкову. И многие из наших, из моих подружек, многие из наших одноклассниц, когда им задавали вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, говорили Валентиной Терешковой. Действительно, на нее хотели быть похожими миллионы советских женщин. Умница, красавица, спортсменка. Она с 22 лет занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. Совершила 163 прыжка с парашютом. Это увлечение сыграло в судьбе Валентины Терешковой решающую роль. Для космического полета ее выбрали из более полусотни девушек-парашютисток. Подготовкой будущей женщины-космонавта занимался сам Гагарин. Испытания были нелегкие. Термокамера, в которой надо было находиться в летном комбинезоне при температуре плюс 70 градусов. Сурдокамера, изолированная от звуков помещения, где нужно было провести 8 суток. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова, отправившись на орбиту в корабле «Восток-6», навсегда вписала свое имя в историю. Так начался исторический и непревзойденный полет, продолжительность которого составила двое суток – 22 часа 50 минут. За это время космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. До сих пор Валентина Терешкова остается единственной женщиной в мире, совершившей выход на орбиту в одиночку. Валентина, я очень горжусь, что наша девушка первая находится в космосе. Во время старта она произнесла свою знаменитую фразу «Эй, небо, сними шляпу». Но ей покорилось не только небо. После полета перед ней снимали шляпы уже миллионы мужчин по всему миру. Это же представить, мужчины летают, а вот и первая женщина в мире. Это прорыв советской науки. В космос полетела женщина. Свое восхищение, как и Альберт Григорьевич, уже выразили тысячи людей по всей стране, приняв участие в партийном флешмобе. Сейчас открытки с поздравлениями готовятся к отправке. В ближайшее время их доставят в Москву. Такое народное послание Валентина Терешкова получит свой 80-летний юбилей 6 марта. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».